Самый рад с канала Lemon Jelly. И в этом видео хотел бы показать свои новиночки. Итак, первое, что нам купили, это Флотыша, неси сюда. Да-да, пожалуйста, постоянно покормить, зачем не беспокоиться. Вот, все хорошо. И такие вот цыплятки, Пасха, сейчас я вам покажу их. Вот они, такие ножки. Наша хозяйка давно так и хотела. Наконец-то она их приобрела в обычном супермаркете продуктов за 14 рублей, представляете? 14 их рублей. Ну, кроме этих птенчиков, наши хозяйки еще купили Вивокс. Смешарики, которые уже вышли в кино. Ну, это такая маленькая коробочка. В общем, у меня уже свитбоксы были. Да ладно! Monster High, и сейчас покажу вам их. Их мне купили 3 за один раз. Это вот коробочка. Я поставлю рядом с этой. И Фрэнк идет. Это идет. Ну, вы уже видео-новиночки видели их. Вот. Так, давайте приступим к краткому обзору. Тут у нас нарисован Крош. В всяких рисовашках. Они там нарядились. Смешарики, логотип прям, как в кино. Марлелад с игрушкой, надпись. Всякие там ценная информация, которая мне понадобится. Нюша. Тоже нарядная. Марлелад с игрушкой, логотип, свитбокс, вся коллекция и сайт. Внизу же там тоже всякая информация не нужна. Вверху написано свитбокс. Там написано сзади. Тоже свитбокс, не откроешь, не узнаешь. Коллекционная игрушка и вкусный мармелад. Они всегда закрывают вот это скотчем. Может, у вас не закрывает, но не закрывает. Поэтому давайте же мы с вами возьмем и раскроем это все. Не обращайте внимания на ножик, он уже, да, грязненький, скоро будем лезвие менять. Итак. У нас еще одна проблема, у нас и здесь тоже залепили. Слишком далековато они начали лепить. Когда я Monster High покупала, они так далеко не залепляли скотчем. Отлично. Теперь мы с вами откроем ее. А, так, надо ее. Ух ты, какой скотч-то. Это вообще даже не скотч какой-то. Скотч даже не похоже. Сейчас. И очень легко снимать. Сейчас все возьмем, откроем. Нарвать даже не хочется такой штуковины. Все, я сняла ее и думаю, что теперь она легче откроется. Ну, вытаскивайся. Игрушка. Дальше у нас идет коробочка внутри. Очень маленький мармеладик. 100% вкусный, костный мармелад с фруктовым соком, без гмоп. Сзади у нас даже ничего нету, кроме всяких различных фруктов. Ну, такой вот мармеладик. Потом покажу, что там у него внутри. И вот у него у нас игрушка. Я не вижу, что там. Тут написано смешарики, зеленая упаковочка, всякие узорочки. Поэтому давайте же у нас уже откроем. Мне кажется, что там у меня копаточка уже, по-моему. И я даже правда не вижу. Ну, и да, я угадала, это копаточ. Капусты на башке. Сейчас все откроем. Их подставка тут есть еще, господи. Игрушка и вкладыш. Давайте же посмотрим, что у него там за вкладыш. Здесь нарисована вся коллекция. Хотелось бы, конечно же, поиметь Кроша и ежика. Не самый тут миленький, но Лосяш тоже ничего. Логотип. Здесь деревья, листики, бабочка. Сам копаточ и игрушки. Тоже узорчики. Его имя написано «Ярый огородник, любитель». С друзьями добродушен и весел. Весел, да. С огородными вредителями беспощаден. Простоват и даже слегка грубоват. Но за внешней медвежестью скрывается доброе сердце. Итак, кругленькая. Сам копаточ на такой вот подставке. Тут написано «Смешарики». Подставочка обычно круглая и белая. Вот сам наш огородный копаточ. Он оранжевый. У него есть такие шортики, лучше скажу, желтого цвета. Сзади у него хвостик типа скорпион. Его трехъярусная шляпа, которая еще капуста на голове. Глазки носит. Крутик нос, конечно, не разукрашенный, но ничего. Такой вот копаточ, я еще раз вам его покажу. Вот вот так он выглядит спереди. Подождите. Вот. А вот так он выглядит сзади. Вот сбоку. Ну, его очень огромные лапы. Итак, давайте же посмотрим, что у нас там тоже за мармеладик. Давайте же его аккуратнее откроем. Я просто не хочу. Так, не аккуратно открывать, я же интеллигент. Да, я интеллигент. Здесь мы с вами лад видим фруктиков. Здесь, допустим, у нас клубничка или малина, или виноград. Скорее всего, это клубничка. Дальше у нас идет мармелад
виде манго. Затем ароматик в виде, опять же, манго. И там 4 ароматика. А, нет, там 5. Ароматик. Я не могу понять, в виде чего. Дайте посмотрю. Ни на чего не похоже. Давайте будем считать, что это персик. И, ох, как пахнет. И последний ароматик — это у нас долька или апельсина, мандарина, ну или лимончика. Такие вот дольки. Я попробовала второй манго. Правда, на манго похоже вкусно. Вот такие новиночки у нас сегодня были. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А с вами была я, Рэйс, с каналом Лемони Джонни. Всем пока!